Привет, друзья! Сегодня последний день зимы, 29 февраля. Такое случается раз в 4 года. И тут очень удачно. Я оказался на берегу моря, давно не видел. Хочу с вами поделиться этой радостью, этой красотой. Красота моря 29 февраля. Давно я уже не был на берегу, конечно, соскучился, поэтому делюсь своей радостью с вами. Часок у меня выпал свободный, когда рядом никто не дышит, никто не говорит, только море. Редкий случай, только море. Вот оно на меня катит. Высокий берег. Здесь удобно подъехать к санаторию Малая Бухта, припарковаться. Сегодня суббота, мало народу. Ну, собственно говоря, зимой вообще мало народу. Зима. Зима, безлюдная Анапа. Это летом Анапа напоминает вокзал, муравейник и селедку с бочками. Все в одном флаконе. А зимой-то вообще милое дело. Ну а тут на высоком берегу, он по сути дикий берег. Тут и летом-то немного народу, в общем-то, потому что купаться здесь затруднительно, невзирая на то, что чистая вода. Хотя чистая вода здесь бывает не всегда. Во время южного ветра здесь бывает так сбаламутно. Вот здесь рядом пляж санатория Малая Бухта. А если пройти немножко в сторону него, вот тут начинается дикий берег. А потом вдалеке там уже пляж 40 лет Победы, куда выходит улица 40 лет Победы. И там более-менее там чего-то обустроено. Эти хибары, халупы какие-то стоят на берегу. Асфальтированные или щебеночные дороги какие-то, провода, лежаки. И даже может встретиться туалет. А здесь ничего нет. Вот, если пенсионеры, То есть люди, которые мечтают приехать в Анапу и планируют, как они тут будут жить на пенсии, оздоравливаться, то вот примерно... Примерно вот таким вот образом зимой можно сюда приехать. И когда не очень сильный ветер, хотя бывает, что наверху бушует ветер, а здесь возле моря может его и не быть. Может и не быть, можно спокойно гулять. Ну, относительно спокойно, потому что, вот видите, какая тут галька. Достаточно сложно по камням идти, наверное, надо в какой-то спортивной обуви, конечно, ходить. Ну и не стоит обращать внимание на мусор. Вот. В Анапе есть сильнейшие ветра, которые носят этот пластик изо всех сил. И море выкидывает вот этот пластик, прутики, все прочее. Ну что, это природа. Это нельзя сказать, что люди сюда нанесли. Нет, сюда все нанесла природа и показывает нам, что, дескать, нехорошо. Отходы какие-то оставлять. Ну, каждому свое, кто на что обращает. Кто смотрит на море, кто смотрит под ноги. Кто видит небо, солнце. Кто видит грязь и неухоженность. Море сегодня удивительное такое, спокойное. И вот во время этого спокойствия тоже чувствуется какое-то могущество. Вот она, волна потихоньку накатывает. Ну, кто нас смотрит постоянно, я уже, наверное, повторюсь, уже бог узнает в который раз, что волны неравномерные. То они маленькие накатывают, то потом идут 5-7 волн таких мощных, сильных. Потом опять мягкие, ласковые. И причем нельзя сказать, что вот по всей линии горизонта
одинаковая волна идет. Нет, какими-то участками. Нельзя сказать, что это ветер такой гонит. Бог его знает. Там какие-то свои процессы в огромном море. Так что, наверное, как в огромных горах. Там свои ущелья. Или в тайге. Где в одном месте курумники, в другом месте таежные полянки, третий, ну и многочисленные таежные ручьи, которые пробегают и вносят, создают свои теруары. Так и у моря. Так думаю. Нам же неведомо, что там, какие силы оттуда берутся, откуда-то там в глубине. Там в глубине где-то. Ну, здесь-то мелко, метров 50, наверное, мелко. А дальше-то глубоко, дальше там ходят суда рыболовецкие. Красота. Вот и кончилась зима. Конечно, в этом году вообще по всей России зима такая сиротская, теплая. Ну и в Анапе она отличалась в сторону потепления. Конечно, морозов практически не было, снег выпал дважды. Один раз, наверное, пару дней был, другой раз 3 дня. Вот и все. Морозов практически не было. Один раз мороз ударил у нас в Гастагае градусов 12. Сосед говорит, что вообще 18. Ну, ему виднее. Вот. Ну, надо сказать, что мы уже давно в нашем доме отключаем отопление. Поскольку у нас автономное индивидуальное отопление, то котел выключаем на полдня. Это случалось и в январе, и в феврале. Ну, на полдня или на ночь. Поскольку моя прекрасная половина не любит, когда сильно жарко. Ну, и мне приходится теплее одеваться, чтобы ей было хорошо. Вот, расход газа у нас составил где-то от 2 до 2,5 тысяч рублей в месяц на отопление дома. Я чуть не помню, 92 или 98 квадратных метров у нас. В общем, вот такие экономичные мы, экономичные. Ну и какая бы ни была теплая зима в Сибири, конечно, сегодня мои друзья играли в хоккей с мячом на главной площади в Кемерово, проводили Кубок СССР, там играют различные диаспоры, играют мусульмане, играет армянская команда, узбекская команда, шорская команда. Ну и плюс те любители, которые гоняют на маленькие коробочки. Очень динамичная. Один раз мы там играли, я помню, внесли неприятный сюрприз. Обыграли команду телевидения в четвертьфинале. А надо было бы проиграть, потому что, чтобы телевизионщики сделали репортаж побольше. Ну и, конечно, в Кемерово лежит снег еще везде. Кто-то, может быть, выезжает на дачу, чтобы посмотреть, чтобы скинуть снег с теплиц, там, с крыши дома. Вот. А здесь, в Гастагае, люди уже выходят в огороду. Некоторые самые отчаянные уже посадили картошку. Ну, не знаю. Агрономы говорят, что картошка начинает расти, когда температура земли достигает 18 градусов. До этого она просто лежит. Но год от года многие люди в феврале уже начинают сажать картошку. Хотя еще не факт, еще и в марте может выпасть снег. Ну, так, примерно на полдня. И в апреле может ударить мороз. Я помню, 16-17 апреля температура в районе аэропорта опускалась до 16 градусов мороза. И тогда поубивала почки винограда. Самые сильные, которые проснулись, разбудились. Но, тем не менее, вот такая вот зима, она закончилась, все, начинается весна, надо нам что-то тоже в огороде что-то подделать. Ну, во всяком случае, деревья уже я опрыскал этим препаратом против тех паразитов, которые зимуют в почках. Все, я обрызгал, чтобы они все прекратили свое существование.
может быть, поможет. Ну, через неделю, да, теперь уже через 4 дня повторю обработку уже бордоской жидкостью. Ну, люди на лодочке катаются. Ну, как катаются? Наверное, рыбачат по делам, наверное. Хотел я костер развести, но влажноватая здесь трава, не удалось мне. И зажигалка у меня китайская плохая. Вот она, красавица, волна идет. Вот она. Одна за другой. Мирное море. Так его назовем. Мирное море. Мировое. Ну и на этом мы и заканчиваем. На этом мы и заканчиваем наш репортаж. А я еще поброжу по берегу и еще послушаю море. Всего доброго, друзья. Минута релакса с голосом моря.